мене. Всем привет! Вы смотрите Fashion TV и с вами я, Елена Новикова. Сегодня в концертном зале Music Media Dome бренд All In Professional отмечает свой юбилей ежегодным хэр-шоу под названием 10. All In Land откроет свои двери для всех друзей бренда All In Professional. Театрализованная мистерия, в которой переплелись сказочные персонажи, винтажные образы и визуальные иллюзии, все эти чудеса мы покажем вам. Уникальное хэр-шоу, созданное креативной командой All In Professional погрузит вас в мир фантазий и наполнит особым настроением долгожданного дня рождения. У меня образ кошмарного клоуна, яркого, видимо, связан с животным миром, токсичные краски на лице. Call time у нас был в 9:30 утра, сейчас мы можем смотреть уже 7 часов вечера, то есть вся подготовка заняла, ну, большую часть дня. Все очень круто, All In профессионально подходит, невероятно профессионально. Каждая стрижка, она занимала по 2-3 часа в среднем, и подготовка костюма вы видите. Лично я не ожидал такой проработки детальной, образы. А наш блог называется «Десерты», и все мы, собственно, какие-либо десерты. Например, я сладкая вата. Посвящено это дню рождения бренда All In, десятилетия. И мы, собственно, закрывающий блог, после которого выносит торт. Я тоже сладость, я шоколад. Я в роли модели уже 3 года, и у меня никогда не было подобного образа, ну, интересного настолько. Я сама зефирка, и я открываю этот выход. Вот, и мы все такие воздушные, радостные, веселые. В таких масштабных мероприятиях участвовала, но с All In сотрудничаю впервые. Абсолютно счастлива здесь находиться, потому что безумно нравится вся концепция показа. Мне безумно нравятся все стили, насколько точно подобраны образы каждым моделям и насколько они всем подходят. Главная отправляющая точка это была, конечно же, возраст 10, да, и мы попытались как бы изучить образ 10-летнего ребенка и передать вот эту атмосферу. Опять стало модно устраивать домашние вечеринки. Вот сегодня All In Professional это большая семья, в которой мы отмечаем день рождения нашего уже большого ребенка, бренда All In Professional 10 лет. Мы всегда в поиске, это первое, да, то есть у нас нет задачи быть лучше кого-то, то есть мы всегда ориентируемся только на себя, и главная наша задача – это превзойти, скажем так, свои ожидания, научиться чему-то новому и раскрыть именно наши какие-то вот маленькие инструменты, да, и маленькие детали, которые могут нам, как бы, помочь в развитии. В принципе, я считаю, что бренд All In Professional достаточно прогрессивный, современный и молодой бренд, потому что нам 10 лет. О, это коллекция, на самом деле, такая коллекция перформанс, потому что на сцене будет происходить без спойлеров, есть такая магия, вот, и мы хотим это, на самом деле, эта коллекция показать то, что любая женщина с любыми формами, с любыми параметрами может быть мисс All In и, в принципе, красивой, уверенной, вот, поэтому главный посыл, что красота, она внутри, а не снаружи. Ну, вообще, мы готовили долго, почти полгода, но сегодня мы собирали все с 7 утра, и вот до начала шоу постарались все успеть, и вроде бы все успели. На самом деле, каждый образ, который я создаю, я просто обожаю, потому что определенные эмоции связаны с каждым образом, с каждой прической, с украшением. Но есть самый запоминающийся образ, это были наши модели-роботы, у которых прически открывались, двигались, встроенные моторы, то есть это просто необычно, поэтому это, конечно, навсегда вот здесь. Я пожелаю моим замечательным ребятам, которые с нами из года в год, я просто бесконечных звезд желаю в космосе, и мы, думаю, с ними вместе этого достигнем. Знаете, у нас All In Professional есть такой девиз – «Превосходить ожидания». И вот этим вот «Превосходить ожидания» мы этим всем и живем. Я хочу пожелать нам бесконечной молодости, терпения, сил и, конечно же, не бояться экспериментировать, потому что сегодня то время, когда делать, как написано в книге, ну, не всегда правильно. То есть нужно искать новых себя и развиваться, и двигаться в ногу со временем. All In Professional я пожелаю развиваться, двигаться только вперед. И мой фирменный лозунг – дальше больше. Здоровья, счастья, любви и, конечно же, успехов в их творческом начинании, в исполнении всех желаний. Hair
премьер-шоу от бренда All In Professional. Это потрясающий праздник всех ценителей красоты, созданный настоящими профессионалами своего дела. Сегодня мы увидели лучшие образы, которые создал бренд за 10 лет успешного бизнеса. С вами была я, Елена Новикова. I love Fashion TV. We love Fashion TV. We love Fashion TV. I 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 love Fashion TV.